Это что, шутка? Сомневаюсь. У бабушки не было чувства юмора. Побегал я по территории, тут посмотрел, что к чему, зачем. Не знаю, какие движения. И думаю пройти немножко по сюжету, что может там будет какие-то немного обучения, типа того, что познания какие-то дадут, может. Так что пойдем дальше двигаться. Посмотрим сюжет. Оно меня схватило. Кого волнует, что там тебя схватило-то? Блять. Все-таки я не умею нормально прыгать, да? Так, нам тут как надо? Ползи, ползи, ты куда прыгать собрался? Так, тут нормально, пробрались. Кстати, собирать все. Взял я, кстати, топорик, да? Помните, да, в прошлой серии я брал вот так, сейчас посмотрим. Вот такой топорик легендарный, одноручный. Посмотрим его в деле, что он нам даст. Тихо, блин, да чё ты? Фу ты, блин, а. Собака сутулая. Не, туда надо-то. Ё-моё, блин. Так, тут что у нас? Здесь у нас кошевар был, который, да? Так, здесь больше ничего не было. Вроде как, давай посмотрим, мед есть, нету? Кто-то крадет нашу воду, и никто ничего не может с этим поделать. Какой позор. Оглянись. Видишь? Этот город не мертв. Понятно, что с тобой. Ты больной кретин просто. Че, кто тут такой? Ну, топорик так, да, красиво. Че, разбудил кого-то, да? Кого-то я разбудил. Иди сюда. Кого-то я немножко разбудил там, видимо. Так, ну мы идем на задание, нам плевать на них всех. Если, конечно, они что-то интересного. Знаки вопроса все-таки, да, попозже все откроем. Просто сейчас реально немножко продвинусь по сюжету, что может что-то кто-то покажет, какие-то действия, может, что-то новенькое. Так, а тут никого, да, на районе? А тут на районе никого. Вот что там за место? Пойдем. Засветим. Посмотрим. Ты кто, человек? Блин. Я 3 года ждал турнира в мясорубке. А где знак вопроса-то был? Куда пропал? Блин, да ё-моё. Я бы не отказался от тыквы. Здорово. Был знак вопроса и пропал. Ладно, фиксим. Так, пошли на задание, сходим на сюжет, посмотрим, что там нам дадут и расскажут хорошего. Знавал одну пожилую пару, Карл и Элли. Они раньше жили над антикварным магазином в подкове. Им было лет по 80, но они страшно друг друга любили. С кем разговариваешь? Интересно, что с ними теперь? Вот ты псих-то, а. Так. Смотри, куда прешь.
Что за день? У меня ни за что не получится. 5 лет учебы и хоть пустую. Деньжат. В этом раз я все сделаю верно. Теперь мне так верно. Увидит, что я достоин. Так, поговорить с людьми на базаре и заслужить их доверие. Я тебя здесь не видел. В чем дело? Эй! Пилигрим, это тебя хотели повесить? Друг, тебе дико повезло. Мне б твою удачу. Я ученик Альберто. Но, верно, ненадолго. Я уже 3-й раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь, мастер Альберто меня выгонит. Что еще за мастер? Точно. Ты же не местный. Мастера — это те, кто изобретают новые технологии, конструкции, разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер. И, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Что за задание? Козы. Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Так в чем же тогда дело с твоим изобретением? Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь не успеть вовремя. Ты не поможешь? Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. Оно не связано с козами? Не, кое-что поинтереснее. Вот увидишь. Насколько я знаю, они есть в 2 местах. Одно из них – магазин хостоваров Fitz William Place у водонапорной башни. Альберто говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. Так, а я могу дать ему, да? Нет, давай. Гляну, что можно сделать, но ничего не обещаю. Я был бы благодарен. Я думал, детали для новаторского забора Карлоса. Надеюсь, он ждет на базаре. Эйден! Как ты там? Попробовал городскую жизнь? Да, побывал кое-где. Знаешь, лучшие вечеринки всегда в центре. Туда мы и отправимся. У меня есть план, как туда попасть. Я все расскажу на месте. Кому-то нужно. Жду тебя на крыше, у главной станции метро. Люди всегда чем-то недовольны. Мы живы, а остальное ерунда. Так, значит, сюжетное задание переместилось в другом месте, но здесь появляется задание, да? Если, грубо говоря, с ними потриндеть, то будут еще какие-то задания. Я все сделаю верно, я ж вот. Альберто увидит, что я достоин. Что тебе надо? Как они смеют? Что ты хочешь? Путь в центр. Мы свободные люди. Девчонки-то скучают. Да, блин, я застреваю еще тут. Дергай. Так, хорошо, это задание. Ладненько. Ну и как тебе нравится Велидор? Че, сбегать может, сделать задание? Говорят, в этот раз турнир. Или поискать кого еще там. Экстремально. Я могу помочь? Конечно. Надеюсь, я ищу работу. Прости, урожай уже собран и готов к отправке. Понял, благодарю. Стой, возьми. Подсластить твою кислую мину. Мама, ты не знаешь, кто это? Он пилигрим. Он не преступник, Бенни. Взгляни в его глаза. Увидишь то, что вижу я. Мы должны составлять о людях собственное мнение, а не слушать чужие сплетни. Спасибо. О, отлично. Так, можешь создать новый предмет. Давай посмотрим, что там такое.
Так. И где я что могу создать? Я не нашел. Не вижу ничего, что бы я мог создать. Блин, у меня топор же, время идет. Время-то идет. Так, вот у меня побочное искра покрытие. Открытие, искра открытие. Так, и дает всякую лободу какую-то. Так, что еще? Так, надо побыстрее, у меня реально, у меня же этот. Юнец, это ты, Пилигрим? Че тебе надо? Не признал меня? У тебя аллергия на деньги? Короче, слушай, мы можем подзаработать, ты и я. Нужно только принести мне свеклу, редис, пастернак. Вот он. Хватай его, Эд. Он убийца. Что? Джулиан, Люк отравился водой, которую ты продал. Что? Но я не продаю воду. Лжец. Люк сказал, что взял ее у тебя. От того, что в этой воде он сейчас бредит. Значит, он обвинил меня, когда был в бреду? Постой минуту. Есть улики? Конечно. Вода была в бутылке. Люк принес эту воду в одной из твоих бутылок. Когда я расскажу об этом Карлу, тебя повесят! Бэбин, постой! Клянусь, я даже не торгую водой! Если лжешь, Джулиан, ты покойник! Походу, попал, мужик. Думал, не доживу до нового турнира. Послушай, если ты не торгуешь водой, то откуда у него одна из твоих бутылок? Зная Люка, этот дебил наверняка ее где-то украл. Это в его духе. Даже если так, моя вода чиста, как горная роса. А может, это месть? За что? Меня все любят, я в жизни мухи не обидел. Секунду, подожди-ка. Черт. Это мог быть Марко. Вот сволочь. Если задуматься, он давно точит на меня зуб. Это было давно, забей. Слушай, он живет на крыше бывшего ямайского ресторана. К западу от Велидора на Хаунфилд-Лейн. Я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки. Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Подсобишь мне? Это можно проверить. Вот еще что. Неловко просить, но... У Ганса тоже может быть бутылка такой воды. Я думал, ты ее не продаешь. Так и есть, но... Ганс исключение. Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаунфилд-Лейн, только чуть дальше. Как-то все это очень подозрительно. Надеюсь, ты говоришь правду, иначе мне будет трудно тебе помочь. Не пойду сегодня с базара. Так, какие-то заморочки с водой. Дурной знак. Чего тут? Эй, ты, продаешь воду? Заплачу полкристалла за галлон. Ух ты, ничего себе. Если бы я еще знал, что значит кристаллы твои. У меня продаются реальные штуковины. Так, ты кто у нас? Моя сестра недавно нашла какие-то мастер. Странные кассеты в заброшке. Вроде аудиодневник, записанный еще до падения. Так. Мастера могут предложить чертежи и ресурсы для создания расходников, модификаций и так далее. Следует из них ассортиментом. Мастера умеют улучшать чертежи при помощи определенных ресурсов. Трофей зараженных может собрать с убитых врагов. Ищите особо зараженных ночью, чтобы получить редкие трофеи. Также по всему городу разбросаны сброшенные грузы. Это отличный шанс найти военные технологии. Так, особые зараженные, военные технологии. Так, мастера могут создавать оружие, если передать им чертеж. Уровень оружия автоматически подстраивается под ранг игрока. Улучшая чертежи, вы повышаете число дополнений ячеек модификации, а также продлеваете прочность создаваемого оружия. Интересно. Выбирай, сынок. Так, я же как раз что-то там, да, собирал. Так, купить. Усилитель выноса, ОФ-факел, уникальный метательный предмет. Интересно. Так, боеприпасы. Пламя, необычная модификация. Так, отрава. Ужесточение, что-то всего-всего, всего непонятного. Так, а улучшить что? Так, вот чё.
Тогда-ка отмычки вот. Так, давай отмычки. Одна из любимых вещей Софи. Отмычки, мне кажется, как раз быстренько все открывать. Чтобы не было заморочек. А потом уже лекарства и все остальное. Так, давай. Отличное качество. Так, еще могу. И еще. Смелый выбор, сынок. Все. Так, здесь все. Так, перль легко взламывает. Замечательно. Создать. Собирать чертежи оружия, выполняя задания, исследуя город и участвуя в событиях. Так, топор из знака. Что это значит? Топор из знака, редкий чертеж. Так. Это получается, я могу улучшить. Но нужны разные трофеи и лезвия. А ремонтировать можно здесь оружие-то? А то оно у меня портится как бы. Так. Походу нет. Походу не ремонтирует. Так, здесь какие-то, да, расходники. Так. Это просто покупаются чертежи. Или что это? Ты задел меня за живое. Давай купим. Что к чему, это непонятно. Ты сразу это заприметил, да? Да, заприметил. Я не понимаю, что делаю, но как-то так. Вот у факел. Короче, нужно кучу трофеев. Кучу надо убивать всяких тварей. Но отмычку я нормально уже улучшил сразу. Модификация на оружие. Так, здесь мы по-прежнему сделать ничего не можем. Ничего. Расскажи всем своим друзьям, а? Так, давай посмотрим. Расскажи своим друзьям. Так. Вот, с топором я что-то могу сделать. Изменить. Вот это получается огонь, да, я туда могу. Горение. Применить давай. О, брелочки. Где-то было написано про брелочки. Безделушка. Давай. Так, и сюда пламя тоже можно. И теперь он что-то с пламенем будет, наверное, да? Так, и прочность у него улучшилась, кстати. Прочность у него улучшилась. Вот этот усилитель, я не знаю, что он тут. Лаванда, кардицепс, что он дает. Факел. Отпугнуть зараженных ультрафиолетовым светом. Вот что, его бросать надо. Давай сделаем один. А, окислители один только. У меня всего один. Так, пока не будем. Вот аптечек надо. Надо было, конечно, аптечек немножко улучшить, наверное. Может быть. Так. Я все утверждал, что зима близко. А ты чего торгуешь? Так, а ты оружием торгуешь, да? И неплохим. Даже очень неплохим. Ну да, что я там экономлю-то? Самодельные гранаты. Ох ты, блин. Так, одежда. Так, а я могу купить, в принципе, что? Кепка, я не помню, нужна, не нужна, она будет посмотреть.
Кстати, вот эти я могу продать тогда. А, у меня типа шлема есть, да? Какого-то. Так, давай попробуем посмотреть. Так. У меня ботинок нет, мне ботинки нужны. Так, футболка сразу оделась. Перчатки. Наручи. Ну, уже нормально похож на человека. И топорик с огоньком такой. Ха. Крутой топорик. Так, что еще там? Что творилось в Central Loop, когда миротворцы закрыли туда путь? Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. Ну, это штаны как бы. А, вот ботинки же у нее есть. Так. Стрелка, бойца. Стрелка, давай бойца. Расход выносливости. Урон оружия. Так, что за штаны у нее тут? Стрелковые, да? Да уж. Ну, сейчас я еще и приоденусь вообще. О, все, оделась. Нормальненько. Так, а маска это у нас головной убор получается. Наручи у меня какие-то фиговые. Не хочу вытаскивать. Но у него наручей нету. Кто-то должен исправить ситуацию с водой. Наручи у нее нету. Так, что еще тут у нас? Первый турнир за 3 года. На нем будут сильнейшие бойцы со всего города. Никогда не верил, что такие вялые существуют. Сказки это все. Так, что-то лежит. Без дела. Так, вот там выход у нас. Чем сейчас занимаешься, Эйден? Здрасте. Вы секретарша, да? Я смотрю. Так, второй этаж есть еще. Выход. Как они смеют перекрывать путь в центр? Мы свободные люди. Так, а тут вот, тут спальник нормальный с этим сундуком. Порой, если не ложусь допоздна, мне кажется, вы... Вроде больше ничего и нет. И на меня накатывает ужас. Больше ничего и нету. Эй, парень, ты знал, что какие-то люди еще при старом свете записывали аудиопослание, когда поняли, что скоро что-то начнется? Чего тут стоите? Наверняка они где-то... 5 лет учебы, и все впустую. Я еще говорю, отойди, неадекватный. В этот раз... Так, что, вот запчасти принести, может, туда ему? Так, все, посмотрим по дневнику. Так, искры открытия, да? Искра открытия. Давай-ка мы его возьмем. Альберто увидит, что я достоин. А, так мне просто отдать амбалеен, мне уже некуда идти, ё-моё, они у меня есть. Ладно, на тогда. Держи. Я-то думал сбегать на задание. Не знаю, как благодарить тебя. И еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее, а я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток, рядом со стеной. Ну, давай. Так. Куда-то сюда, да? Я просыпаюсь и не помню, что было падение. Только в такие моменты я могу... Так. Посмотреть демонстрацию. Где смотреть-то? Где-то там. Я
кулаками машу. А в мясорубку не зовут. Что, зажарились овцы? Все в порядке? Нет, она сгорела. Коза сгорела. Какой же я идиот! Что случилось? Я неправильно рассчитал напряжение. Вот бестолочь! Прости, не знаю, как я мог так ошибиться. Зря только время тратим. Почему? Я так не думаю. Это очень... очень большой, огромный... Это ты про потенциал? Потенциал, да. Это может стать эффективным оружием. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Храбрая коза рассталась с жизнью ради науки. И пир для всех. А ты... Я беру тебя в... И посвящаю тебя в... Мастера? Правда? Божечки, спасибо! Спасибо вам! Мы поговорим позже. Пойдем, Винченцо. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Так, а где у тебя мастерская-то? Бедная коза. Так, чтобы установить модификацию для оружия, необходим чертеж компонента и соответствующее оружие. Так, количество... в ячейке, значит. Так. А теперь нажмите, чтобы открыть инвентарь, выберите подходящее оружие, нажмите. Давай посмотрим. Кто-то делает лекарство из печени зараженных. Мерзость какая. Чертеж. Отлично, так. Вещи. Так, изменить, выбросить и так далее. А, теперь электричество получается можно. Но я... Так, а сюда? Сюда не могу. А в украшение? Блин, украшение в украшении только. Так, в рукоять-то что можно? Не знаю, что можно пока в рукоять. Так, огонь по... Электричество поверху можно только. Давай электричество поставим сюда. Так... А, убрать я уже не могу. Ясно, ладно, пускай будет огонь тогда. Фиксим. Так, что-то еще есть. Глядите, кто тут. Добро пожаловать на базар, Перегрев. Я скучаю по отцу и по его урокам стрельбы. Все, орут. Как пропитанный мальчик. Так, что мне надо дальше? Ты верно? Но это будет все, что он может сделать. Слышал что-нибудь о ночных бегунах? Темная зона – это обязательно? Так, давай-ка теперь посмотрим. Так, поднимем бокалы. Найдите марку поставщика воды, найдите охотника Ганса до того, как он выпьет отравленную воду. Ты обещал? Так, а я не включил, да? Посмотрел и не включил. Давать обещание, когда я напьюсь. Нельзя незаметно убить офицера миротворцев. Тот, кто это сделал, должно быть очень силен. Или их было несколько. Значит, это не могло быть случайностью. А что, если мы собирают друг? Ох, топорик у меня теперь какой! О! Красавчик! Нет,
Так, а мне далеко идти туда? Дай-ка я посмотрю карту. Ух ты, не близко. Так, куда, значит? Так, и то, и то. Так что, в принципе, по сути, без разницы. Давай посмотрим в деле. А, не будем тут человек. Так, вы кто, бродяги? Чего тут ходите? Источник шума. А, вот, так шуметь нельзя, да, получается? Они сразу со всех сторон убегают. Где ближайшая безопасная зона? И они, кстати, горят там. Смотри-ка, они горят. Ёбана. Они же от солнца горят. Че это ублюдок? А не от того, что я поджег. Похоже, нам хана. Идиот. Так, какие-то ресурсы ремесленника я нашел. Так, ладно, по заданию побежали. Да, он запрыгнул, я даже не понял. Так быстро. Да блин. Акробатика чертова. Это хорошо. Так, он на карте отмечается, интересно, как-то. Не отмечается. Ладно, сейчас пойдем дальше уже. Выполнить задание. А это что такое? Отойди, бля! Бандиты, что ли? Тебе подарок от меня! Это место вредно для здоровья. Ах ты тварь, кто у меня что кинул? Не твою же! Ловик! Стой на месте! Сейчас я тебе встану на месте. Не уйдешь! Бля, у меня выносливость. Давай! Давай! Тебе пиздец! Ну да.